Лен, ну может лучше завтра, а? Что значит завтра? У меня гости когда? Сегодня. Сегодня я боюсь. Бред какой-то. Я тебе сказала, иди. О, Вовочка погулять вышел. Чего надо? Бабки есть? Нет. Че ты паришь? А войско тебе зачем? Он мне в бутылке будет собирать. Сволочи. Что мне еще где что ли покупать? Честное слово, в следующий раз сразу даю по шее, как увижу. Вы наконец-то сделайте, пожалуйста. Вот мы знаем мы вас. Хороший арбуз. А если вы брать-то не станете? Мама, ты обещала. Да, граждане, персиков нету. Этот? Этот. Стоим. Сколько можно? А потащит кто? Я его за тебя потащу, да? Я сам. Сам? Брюхо надорвешь, а потом с меня спросят, да? Я рядом живу. Рядом. Ну, если что случится, мое дело маленькое. Посмотрите, он еле стоит. Thank you.
Парень, помочь? Я даже не могу. Но тени герои. Вот это шарик. Смотри, Захар. Серьезный глобус. Это твой? Мой. Сам тащил? Сам. Врешь. Честное слово, я тащил, думал, лопну. Силен. Да ну и он его, наверное, по земле катил. Катил? Тащил. Если б катил, были бы вмятины. Сашка, ну что ты пристал к человеку? Ну такую планету на себе тащил. Ему и так плохо. Вращай глобус по стрелке. По периоду вращай, вращай. Между прочим, во время полнолуния наивысшая точка будет. Ну при чем тут точка? Да ты чурбан. А ты знаешь, когда бывают самые большие приливы в океане? Да ничего ты не знаешь. Наверное, когда шторм. Ну вот, еще один специалист. Дай-ка сюда яблоко. Зачем? Дай сюда яблоко. Смотри, вот это луна, видишь? Время полнолуния стоит на одной линии с солнцем, и вся вода в океане начинает притягиваться. Затмение получилось. Правда? Хорошая планета. Вот это леса. А у тебя велик есть? Угу. Мы завтра на Синие камни едем. А пробка – главный город планеты. Не слабый город. Яблоко-то возьми. Ой, блин, сюда движется Елизавета. Попали, я ж про порошок-то забыл. Может, смоемся? Поздно. Держитесь. Ну? А что? Вы в магазин сходили? Да ладно тебе. Порошок где? Не устраивай скандалов при посторонних. И вообще мы не лошади тебе. Тебе надо, ты и бегай. Совсем брата загоняла. Вы не лошади, вы бараны. Ослы, столбы. У меня там вода остывает, а вы застряли. Ну все, Захаров, я тебе это припомню. Без обеда сегодня будешь сидеть. Как? А вот так. Они не виноваты. Они мне арбуз тащить помогали. Врешь, по-моему. Я? Да я никогда не вру. Думаешь, я его один тащил? Сама подними, попробуй. Мы, конечно, могли бы и не тащить. Но все-таки раз человек просит. Ну и задержались маленько. Задержались. Понимаешь, мы тут про приливы вспомнили. Ну и стали разбирать, как на глобусе. Это же нам пригодится. Приливы. Эх вы, ботаники. Там, наверное, совсем другие условия. Бывают такие планеты. Зеленые. А полярная шапка у этой планеты есть? Это не шапка, это пустыня. Здорово, попади.
Наверное. Такая была планета. Такая хорошая планета. Перестань хныкать. Сколько он стоит? 60. А у нас только десятка. Второй покупать нельзя. Она догадается. По сдаче догадается. Там больше таких больших нет. А маленький купить, больше дачи должно остаться. А у меня мало. Кто это она? Сестра старшая. Все сестры такие. Умолкни. Слушайте, Захарова, а давайте занесем эти куски до его дома. И скажем, что нарочно разбили, чтобы нести было легче. Больной? Не гради ерунды. Да ладно, не надо ничего. Мне даже лучше. Я бы не донес. Такая тяжесть была. Ненормальный. Но неужели мы бы дали это тебе одному до дома нести? А давайте съедим планету. Все равно она уже... Точно. А справимся? Ты где живешь-то? Да, здесь, рядом. Значит, рядом с нами. Так приходи, ты в футбол-то играешь? Да, так, пиздец, я же за компьютером ищу. Так ты тоже? А во что ты играешь? В КС. Сашка, мы ведь давно хотели сетку протянуть. Давай протянем, раз такой случай, а? Слушай, надо подумать. Ну, ты придешь? А, кстати, как тебя зовут-то? Зовут Вовка, я приду. Кстати, за порошком-то все еще надо идти. Вовка, пойдем сходишь с нами, а потом домой, а? Да не, я лучше сейчас пойду, пока она не сильно злая. Ну ладно тогда, ты вечером заходи. Обязательно. Ну, я побежал. Давай. Пока. Магазин-то на обед не закроешь? Да не, вроде не должны. Хорошая была планета. Жду удачу, удача близится, нависает удача грозно.